Здравствуйте, уважаемые зрители. Это станция метро на Хадсон-Ярде. Ее специально построили под вот эту вот застройку под Хадсон-Ярд. Город разорился на несколько миллиардов, чтобы от Grand Central Terminal они ее провели. Вот, именно сюда, чтобы тут вот отдельно протянули линию от Times Square. Ну и она новая, это совсем другие проекты, не то что было там 100 с лишним лет назад, поэтому выглядит вполне себе прилично. О, какой второй этаж в этой станции метро. Совершенно пустой. Непонятно, для чего он сделан. Ну, может быть, в этом резон-то есть. Допустим, если много людей приедет, они поднимутся сверху, им надо как-то разойтись. Вот и будет место. Так, наверх можно по эскалаторам вот здесь. А, тут лифт. И эскалатор, понятно. Но нам надо красивее. Поедем, где больше эскалаторов. Это там наверху вестель, который мне не нравится из-за его дороговизны и бессмысленности. Но меня на него не пустят, потому что было несколько случаев там трагических, и поэтому приняли решение, по крайней мере было так написано, запускать туда только группами. Вот какой, видите, эскалатор, два вверх, два вниз, и все работает. А то уже можно было подумать, что все такие же, как и на этой, на станции Grand Central. Сейчас не помню, сколько точно там, 480 с чем-то станции метро, нью-йоркского метро, в общем, под 500. И чтобы их каждую объехать, это нужно, я не знаю, если там по несколько штук в день объезжать, и то надо вот чистого времени, может быть, полгода. Поэтому все я их никогда не объеду и цели себе такой не ставлю. Так, что-то все застряли, не хотят проходить. А там можно пройти. Можно. О, а тут даже картина, смотрите какая. Это же изобразительное искусство, не просто так. Так, а тут пункт управления. Неплохо, солидно смотрится, очень красиво. И здесь эскалатор.
Да, если бы не эпидемия, тут бы людей больше было. Дело в том, что наверху здание, строительство, наверное, было остановлено, да. Вот. Здесь строились огромные здания, жилые. Под них подгонялась здесь торговля, весь сервис, метро это. Но вот без работы торговля выдержала не вся. Вот, ушли некоторые. И, соответственно, торговые площади пустуют. И квартиры не разобрали. Ну, наверное, разберут. Так, а что-то там за обезьянка? Пойду посмотрю. Так, вот он, Весель виднеется. Так, обезьянка. Гаврила. Горилла. Вот она какая. И тут даже про нее. Да, горилла. Горилла. И краткое описание. Так, и вот ее лицо. Ну что, нормально, можно селфи делать всякие. Так. О! Вот какие высокие жилые дома здесь. И вот еще идет строительство. Ну, это березки. О, какие здания, видите? Эквинокс. Эквинокс – это отель. Ага, вот девушки нашли, где фотографироваться. Правильно. На фоне хорошо получится. Оно, конечно, вот громада такая, что вблизи-то она впечатляет. 250 миллионов долларов. И смысла в ней особого-то и нету. Так, это тут сделали. Охо. Маленький тренажерный зал. А, это, наверное, еще последствия эпидемические, когда в закрытых залах было запрещено заниматься спортом. Они вышли на улицу. Ну, сейчас попробую пройти, если пустят, зайду на 5 минут. Не пустят. Останется кадрик, что меня не пустили. Я весь из себя обиделся. So, hi, sir. You're... Do you have a ticket? No. So... Okay. No, without ticket, no. No, I should have ticket.
Yes, media ticket. О, окей. То есть надо иметь билет. Ну, оно было и в прошлый раз, когда я ходил, когда года полтора назад я поднимался на него. Вот. Билет был бесплатный, билета у меня не было, толпа была больше намного, чем сейчас. Но вышел какой-то человек со стороны с пачкой этих билетов, раздал, просто видно, билетов было больше, чем народу. Так, ну а вот это концертный зал. Тоже ведь вот деньги вложены большие. А какие концерты? Год ничего не было. И сейчас еще, наверное, не открыли. Вот, видите? А тут эти огромные колеса. Вот эта штука. Крыша эта сдвигается. В общем, здесь такой вот интересный концертный зал. Раз подойду ближе. А, пойду еще на... Вот. Вот, на, ну там солнце светит, на Гудзон особо не будет виден. Вообще неплохо, кстати. Вот зеленью, когда все заросло, лавочки понаставили, так... И неплохое такое уютное место получилось. И вокруг так все красиво. О. Не, нормально. Так, а вот это вот торговый центр. Я читал, что у них ушла компания, которая была там самая большая, которая занимала больше всего места. И что-то они не выдержали платить аренду, обанкротились. А вместе с ними еще какие-то мелкие ушли. Так, вот такой концертный зал. Да не, нормально. Ну, уже и билеты продают. Так, 3 июня, 1 августа. Что-то уже будет, какие-то представления появятся. И запахи такие хорошие от травы, от этой, от всей. Наверное, еще от еды что-то. Бывает, какие-нибудь орешки сладкие там что-то готовят. Такой приятный запах от них расходится. И зелень это вся. Нормально. Так, ну, зайду на минутку, чего там внутри. Ох ты, как тут прохладненько. Хорошо. I called Ling Ling and she said...
Ой, это сколько тут же этажей. Ого. Большое торговое пространство. Ой, оно не только большое, оно еще не в высоту, не только в высоту, оно еще и в ширину огромное. Ого-го. Ого-го. Да, это мощный торговый центр. Конечно, год его держать без работы было убыточно. Ну и сейчас уже открылись, я покупателей-то не вижу. Народ так гуляет что-то. Ну вот, одна девушка там что-то разглядывает в телефоне у себя. И два продавца. Так, а куда же этот эскалатор идет? Так, этот наверх, понятно. А, это вниз. То есть тут, там уровень выше, чем здесь. Здесь, чтобы на землю спуститься, нужно еще по этому эскалатору проехать вниз, с этой стороны здания. О. Так, а это что за палатки? Непонятно. Так, ну ладно, я еще пройдусь наверх. На один этаж только вверх поднимусь, и все, больше не буду. Раз уж такие эскалаторы красивые. Намного лучше, чем метро эскалаторы. Но, опять-таки, это же новое. Да. Вот список магазинов, которые здесь имеются. На этом этаже. А, уровень 1, 2, 3. Все ясно. Вот. Вот список магазинов. Так, ну попробую. Вот так вот просто обойду вокруг. Так, Uniqlo я знаю. Он на 5-й авеню есть. Их много везде. Вот, вот этот. Это японский бренд. И они, я помню, что они недорогие. Ну да, ну чего тут? Майки за $12 никого не разорят, наверное. Из жителей славного города Нью-Йорка. Вот это вот Uniqlo. Новое поступление. Так, ну я обещался выше не ехать, поэтому сейчас вот по второму этажу пройдусь.
Не, ну тут поживей, на первом этаже как-то совсем уж глухо. Тут люди двигаются, что-то покупают. Вот, все-таки она более-менее живая. Так, цветочки вырезанные из газетки. Очереди нету. Вот, наверху красота какая. Или подняться. Сколько там еще этажей? Сейчас посмотрим. Так, раз, два. Еще два этажа. Ладно, попробую подняться. Или обещал, что не буду. Не помню. Ну, с другой стороны, что я там увижу? То же самое. Красивый, добротный, качественный, недешевые магазины. Нормально все сделано. Не могут же быть только дешевые магазины. Надо, чтобы были магазины и для тех, кто хорошо зарабатывает. Иначе у них смысла не будет зарабатывать. Вот где-то здесь я заходил, вот, обошел вокруг, и, наверное, вон там должен быть эскалатор вниз. Наверное, я съезжу вниз. Да, есть эскалатор вниз. А, это вход не на улицу, а в жилой дом. А, так они не просто там, они еще по команде колесики крутят, да еще пригибаются, да еще и в ладошки хлопают. Групповое занятие. И попутно же знакомиться друг с другом тоже надо. Что, и стройка не остановилась, стройка продолжается. А вот ютубер, девушка ютубер блогер вот это я понимаю, так должны все ютуберы вести свои блоги.
то стоп, стоп. Камера трясется. Но если видео было снято в 2014 году, 7 лет прошло, в грузовике трясет неимоверно. Я там знал тогда, что нужен... Хай. Что я его когда-то буду показывать. Но животных-то видно, видно. И переводчик, что там переводить? Это носорог, это слон. Так, а это вот абсолютно недорогая еда. Но мне уже как-то все эти порции их небольшие. Я столько уже стараюсь не есть. Плюс все такое жирноватенькое. Вот и рис я уже перестал есть. Овощи в основном с фруктами, ну и мясо немного. Это основная еда. Так, вот это вход на станцию метро 7 маршрута. Так. Вот там виднеется здание Javits Center. Вот сейчас я постараюсь, чтобы его увидеть можно было. Вот в нем каждый год, кроме прошлого года и этого тоже, в этом году тоже не было, проходили автошоу. А весь прошлый год в этом месте был пункт. Ну и этот год тоже, вот его только недавно закрыли. Тут был пункт вакцинации. Он, наверное, большое количество людей могли они принять. А до того, как открыли пункт вакцинации, там был госпиталь. Коек понаставили, больных, наверное, не было, но коек понаставили много. А еще ж приплывал плавучий госпиталь. Тоже, как оказалось, он никого вакцинированных принимать не может. Зачем-то приезжал. А так, движение какое-то людей началось. Так, деревья расцвели. Собачка вон из окошка выглядывает. Ой, аж две. А злые? Так. Ну, хозяйку защищают. Так, ну, наверное, хватит на сегодня. Спасибо всем за внимание. До свидания. Не расстраивайтесь, все будет хорошо.